Стреляли и в Полтаве, на одном из пляжей поссорились хозяин кафе и отдыхающие. У всех оказалось оружие. Результат – один погибший и четверо раненых, среди них 7-летний мальчик. О версиях произошедшего подробнее наши корреспонденты. С кровью бежал, с носом вот сюда бежал. И побег туда. Очевидцы говорят, конфликт в пляжном кафе начался с перепалки одного из посетителей с хозяином заведения. Через несколько минут на место подтянулись вооруженные парни спортивной наружности. Началась бинка, скорость. Через 10 уже началась стрелянина. Да, вон какие-то палки были в них, и кто за что было. И такая черная какая-то. Я думала, это ружье не шло, такая не дубинка можно было. Версии происходящего разнятся. Одни говорят, сын хозяина кафе открыл огонь из ружья, когда отца уже избивали битами. Другие, что собственник заведения угрожал оружием еще до начала драки. Итог конфликта – один убитый и несколько раненых. Его сын взял зареєстровану рушницю та здійснив постріли в їх сторону. Від пострілів один із нападників помер на місці. Ще одного 24-річного громадянина та 7-річного хлопчика доставлено до лікарні з пораненнями. Мальчик оказался на линии огня случайно. Свидетели говорят, полиция приехала, когда компания спортсменов уже скрылась. Да пока милиция приехала, уже вообще не было ни дай никого, только пострадавшие лежали. Погибший 20-летний чемпион Украины по смешанным боевым искусствам Святослав Пилипенко. 21-летний сын хозяина кафе Роман Марченко тоже пострадал. Он в больнице под охраной. Там же один из нападавших, ребенок и сам хозяин кафе. Ночью ему сделали операцию. Стан его дуже важкий. Травми серйозні, як і головного мозку, так і інші травми. Вчора до нашого відділення поступила дитина 7 років з вогнепальним пораненням ділянки голови, грудної клітки та верхніх кінцівок. На щастя, поранення не проникаючі, тобто загрози життю на даний час немає. Пока полиция задержала только одного подозреваемого, хотя, говорят, знают личности всех нападавших. Некоторые отбывали наказание за разбои, грабежи и хулиганство. Инна Томина, подробности, телеканал Интер, Полтава.